Всем привет, друзья! Меня зовут Валерий, и вы на канале Surface Pro. И сегодня мы поговорим об обновленной версии Windows 11 22H2, выход которой ожидается уже этой осенью. С момента выхода Windows 11 прошел уже почти целый год, и все это время Microsoft продолжает дорабатывать операционную систему, совершенствуя дизайн, добавляя звуки, анимации и новые функции. С версией 11.22H2 компания Microsoft сфокусировалась на исправлении существующих недочетов, а также добавила новые функции производительности, в том числе вкладки в проводнике, и немного доработала дизайн основного меню, панели задач и панели уведомлений. В первой версии Windows 11 Microsoft представил совершенно новый дизайн меню «Пуск», разработанный с нуля и сфокусированный на простоте. В версии 22H2 добавилось несколько важных обновлений. Теперь пользователи могут менять область закрепленного и даже добавлять папки. Чтобы создать папку, достаточно перетянуть одну иконку на другую и подождать секунду. После этого папку можно переименовывать, передвигать и закреплять. В результате меню смотрится гораздо чище и организованнее. Изменение области закрепленного тоже весьма удобная функция, однако в идеале хотелось бы, чтобы процесс не требовал лишних действий. На данный момент, чтобы поменять количество рядов в закрепленном, нужно перейти в параметры, затем выбрать нужное отображение. Изменить размер меню, просто потянув за уголок, увы, пока все еще невозможно. Microsoft обещает устранить самую неприятную проблему, на которую жаловались пользователи – невозможность перетягивать файлы на панель задач для того, чтобы открыть их в приложении. К сожалению, на моем компьютере эта функция так до сих пор и не заработала. Очень надеюсь, что этот недочет наконец-то будет исправлен. Помимо этого, в версии 22H2 панель задач никак не изменилась. Она все еще представляет из себя минималистичную переработку старого дизайна. Тем не менее, передвинуть ее на правую сторону или верхнюю часть экрана все еще нельзя, а выпадающее по правому клику меню все еще пустует. Центр уведомлений получил целый ряд обновлений. В первую очередь, это кнопка фокусировки, которая переехала из меню быстрых настроек на панель уведомлений. В целом, ей там гораздо лучше. Поменялось и название кнопки. Теперь оно звучит как «Не беспокоить». Под календарем же появился таймер фокусировки. Таймер работает совместно с приложением часов, которое теперь позволяет синхронизировать список дел от Microsoft и Spotify. Начинать сессию фокусировки прямо из центра уведомлений очень удобно. Это заметно упрощает процесс запуска таймера. В прошлой версии для этого сначала требовалось открыть приложение часов. И, наконец, Microsoft упростил доступ к настройкам Bluetooth. Теперь оно находится прямо на панели быстрых настроек, а не спрятано глубоко в параметрах. Все изменения в этой области заметно упрощают процесс работы и делают его намного приятнее, так что мы не зря ждали обновления почти целый год. Некоторые пока не смирились с отсутствием таких знакомых функций, как возможность перемещения панелей задач, но, если честно, лично я по ним не очень-то и скучаю. На этом этапе это отсутствие можно считать уже не случайным упущением, а намеренным действием. И, на мой взгляд, такая минималистичная с Windows 11 только к лицу. Также в версии 22H2 появился новый способ запуска меню закрепления окон. Ранее оно выпадало при наведении курсора на панель управления окном, либо при перемещении окон к правому и левому краям экрана. Теперь при перемещении окна меню всегда появляется в верхней части экрана. При захвате окна меню выпадает лишь частично, но после чего откроется полностью и покажет опции закрепления окон. И чем больше экран, тем больше вариантов. Также Microsoft обновил ряд базовых приложений, и в первую очередь это, конечно, диспетчер задач, который наконец получил вид, соответствующий Windows 11. И это огромное достижение, потому что в последний раз диспетчер задач обновлялся целых 10 лет назад, еще во времена Windows 8. Новый интерфейс обзавелся боковой панелью слева, на которой перечислены все вкладки, раньше находившиеся вверху. Действия по типу завершения задачи и начала новой задачи переместились в правый верхний угол под элементы управления окном. Microsoft также добавил пользовательский цвет для графиков производительности, и он теперь совпадает с выбранным для системы. В обновление добавилось несколько новых приложений. В первую очередь это ClipChamp и безопасность для семьи. ClipChamp
Новый веб-видеоредактор, который компания приобрела в прошлом году. Его функции более чем достаточно для базового редактирования роликов начинающим. Для более продвинутых пользователей доступна платная подписка, в которую входит доступ к расширенному объему стоковых записей, эффектов и облачного хранилища. Безопасность семьи также представляет собой веб-приложение, которое перенаправляет на страницу Microsoft «Безопасность семьи». Здесь можно добавить членов семьи, отслеживать их местоположение, одобрять запросы на покупки, делиться подпиской на офис и так далее. Microsoft уже много лет совершенствует свой софт, делая его более доступным для людей с ограниченными возможностями, и версия 22H2 не стала исключением. Компания добавила новую функцию голосового доступа, которая позволяет полностью управлять устройством с помощью голоса. Подобная функциональность присутствовала и в прошлых версиях Windows, однако она никогда не была настолько продвинутой. Ну что ж, теперь поговорим о минусах этого обновления. В новую версию вошло множество изменений, но, к сожалению, не все они положительные. В первую очередь, неприятным открытием стало, что теперь для первичной установки Windows 11 потребуется онлайн-аккаунт. Изначально это касалось только домашней версии операционной системы, но теперь то же самое актуально и для Pro-версии. Конечно, учетная запись Microsoft дает много преимуществ, но невозможность активировать устройство в офлайн-режиме кажется абсурдной. Также в новой версии по-прежнему присутствуют проблемы с отображением темной темы в ряде приложений, таких как проводник, которые традиционно всегда имели светлую тему. Microsoft работает над этой проблемой уже целый год, но совершенно непонятно, почему она до сих пор не устранена и с чем это связано. Есть в 22H2 и неполадки с анимациями. Например, при свайпе для переключения между виртуальными рабочими столами, как на трекпаде, так и на тачскрине. Элементы интерфейса выскакивают из ниоткуда, прямо перед пользователем, и выглядит это сомнительно. И удивительно, что Microsoft выпускает новую операционную систему с такими недоделками. Надо признать, что в целом все минусы представляют по сути мелочи, но именно они не дают поставить Windows 11 высшую оценку. Windows 11 в 2022 году представляет из себя более проработанную версию Windows 11 прошлого года. Система более стабильна и последовательна. Плюсами однозначно стали проработанные функции для эффективности и производительности, и тот факт, что Microsoft планирует и в дальнейшем совершенствовать свою операционную систему, никак не может не радовать. Обновление должно выйти уже в течение ближайшей недели, а в дальнейшем и в 2023 году в Windows 11 продолжат появляться новые функции.